Спецоперацию по недопущению лесных пожаров провели в Нижневартовском районе. Там специалисты базы авиационной и наземной охраны провели контролируемый отжиг сухой травы вблизи нескольких поселений. Это сделано на тот случай, если на территории муниципалитета начнется горение лесных массивов. Таким образом, выжженные полосы не дадут пламени подобраться к деревням. Кирилл Волконский расскажет подробнее. Там, где секунду назад прошел пожарный с горючим раствором, тут же вспыхивает пламя. Травяной сухостой на внушительных размерах поле близ деревни Соснина огнеборцы выжигают небольшими участками. Это позволяет 20 специалистам контролировать распространение огня. Чем сильнее ветер, тем меньше должна быть выжигаемая площадь. Значит, работа распределена, заранее составлен план, схема, назначены старшие, весь объем разделен на небольшие участки, где закреплены старшие группы. И старший руководит всем процессом на своем участке, конкретно по всей кромке отжига. Случись неподалеку от деревни или поселка лесной пожар, образовавшийся в результате контролируемого отжига поле не даст пламени добраться до жилых домов и хозпостроек. Поэтому подобные операции в Нижневартовском районе представители базы авиационной и наземной охраны лесов, а также Центроспас Югории проводят каждую весну. Добровольная пожарная команда у нас на территории поселения, представители и работники добровольной пожарной команды находятся здесь также и в деревне Соснина. Задача добровольных пожарных – это прежде всего профилактика, работа с населением, вручение памяток, листовок и обучение населения порядку действий при возникновении пожаров. Кроме деревни Соснина, контролируемый отжиг травы уже провели на территориях поселений Вата, Зайцева речка, Былина. На очереди Вампугол. Кирилл Волконский, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовский район. При поддержке ТНР.